Все жую. Все жую и жую. Hello, hello. Друзья, что у нас из мира фитнеса? Новостей. Расскажите мне, что произошло? Интересного. Спасибо. Спасибо. Привет, Минск. Когда-нибудь я к вам приеду. Сингапур. Что делать в Сингапуре? Там очень дорого. Огромный мегаполис. Да уже съел почти. Ничего нет. Рич? Рич пиано? Синтоль, что ли, все? Самойла в курсе. Увы, увы. В Штаты очень хочу приехать. Я думаю, с камнями можно качаться. Только аккуратно. Мы скромные, это неинтересно. Вы все врете. Рич Пиано занимается натурально. Он просто взял у меня методику. Я консультирую Рич Пиано. У меня на нормальную консультацию денег не хватило. Так что я консультирую его ВКонтакте. Чтобы он это самое. Вот он так и прогрессирует. Здравствуй. Пошел дождь! Ура! Пошел дождь! Пошел дождь! Ура, ура, ура! Но это не сфера фитнеса. Не магия и... О, как он палил, нормально, походу. О, наконец-то, так достало меня это жарище, хоть дождь пойдет. Вау! Так, ну ладно, что у нас? У нас идет дождь. Новостей вы что-то не скидываете ни хрена. Вот Георгий. Яйцами только на свидании. Ой. Дождя давненько не было уже, кстати. Ночью как-то был. Так, пюр развалился. Это я в курсе. Это надо озвучить. Так. Бой с немаги. Да это, мне кажется, вряд ли произойдет.
Так. Бля, кроссовки, сука. Намокли? Твои кроссовки. Водянов уехал сегодня. У нас идет дождь. За Симоновым я не слежу, это неинтересно. Есть новости фитнеса-то какие-нибудь интересные? Гошан, на батарею поставь. Давай. Высохнет. Он долго допирал. Я в натуре еще в голове ищу, бля, батарею. Это я вчера, когда тебе говорила, передача, отвлекающая внимание. Ты когда начинаешь думать, тебе что-то задаешь, и можно у тебя вещь спереть. Ты говоришь, иди поставь какую-нибудь батарею. Херак, мозг залазишь, понял, у тебя можно обворовать. Тебя можно и так обворовать. Любой дурак. Где еще? Дмитриев БДСМ, это я в курсе. Россия в Мурманске, мне наплевать. Так. Макс Троян, мне наплевать. Блин, настоящий тропический дождь. Да, привет. Надо напрягаться. Льет. Льет дождь из ведра. Просто из ниоткуда, да, взял и рухнул. Можно ли сжечь? Можно есть, сжечь жир и есть сладкое и сжигать жир. Майонез я не люблю. Приходит к Игее, это вопрос или утверждение? Гошану, да, может скоро рекламировать пивас и мороженое. Приветствую славный город Муром. О, ничего себе, как круто льет. Так, ну что у нас? Жердяй. Хорошо. Так, Федоров, я знаю, что уходит. Долетит и в дождь, чертова муха. Жилухин, ссора с Васипом, это я в курсе. Ничего не интересного. Гусев майку в инсте разыгрывает. Но тоже мелковато. Тоже мелковато. Samsung у меня. Привет, Ижевск. Привет, Тюмень. Привет, Пхукет. Привет, Таиланд. Здравствуйте, Баку. Note 4. Ну, интернет, наверное, хреновый. Главное, что меня слышно. Так. Что, новостей-то? Все, больше закончились новости фитнеса. Так, федерация пола дилета мне не нравится. Она продажная. Какая-то. У меня быстрый перископ приготовления. О, еда. И плюс рис. Смотри, видишь, ты заморозку кидал, они заморозились. И они потом мерзко их есть. Нет, не мерзко. Либо они начнут гнить. Че у меня затерки с Семенихиным? Вроде никаких особо нет. Так, чуть-чуть поугарал. Ahem.
Татара там. Парам-парам-пам. Сейчас хочу снять видео, сколько стоит на питание на 3 дня в Таиланде. Сейчас поем в магаз. Правда, не сейчас, наверное. А как закончится дождь. В Вьетнам есть мысли поехать. А? Не, банки у меня просто банки. Что за вызов кинуть ему? Набой? Мне кажется, это дурацкая история. О. Да я думаю, вряд ли он обиделся. Че ему обижаться? На меня. У Скири лопнула правая задница. Сейчас я сомневаюсь. Хотя, может быть. Так ли важна зона жиросжигания? Вообще не важно. Вообще не важно. Ой. Не знаю. Вряд ли она подросла. Болит банка. Ой, с Настей мы общаемся в контакте. Стиле привет, пока. Да не ответ на вопрос, Фарида. Новости фитнеса хочу узнать. Какие интересные. У вас как там идет дождь? В вашем Мовенпике. О, Алена, а ты мне звонила в скайпе, что ли? Я думаю, кто мне звонил в скайпе? Даже не знаю, подписано, не подписано. Я слышал, что Федоров расторг контракт. Конечно, блин, платить Поляму или по сколько в месяц. Я бы, не знаю, вкладывался бы лучше в детский дом. Это было бы больше пиара принесло. А у нас льет вообще нормально. Значит, до вас скоро тоже дойдутся. Миронов снялся в курсе пикапов еще, блин, в 2013 году, мне кажется. Насте Сухарику привет. В Питере 13, у нас 20, не знаю, 7. Какая разница? Вы все равно не проверите. Ой, ничего себе. Так, еще Гусев по груди пружинил. Да более-менее нормально жал. Жал сотку, а я жал 110. А я жал 110. Не захотел сотку, чтоб я сотку жал. Побоялся, что выиграю. Пикап мастер. Если честно, я не занимаюсь сейчас силовыми тренировками, а больше так, лайтовенько занимаюсь. А вот. Да я в курсе, что Миша на Пхукете. Может, и с ним, может, не с ним. Все от него зависит. Фарида, у нее работа — это смотреть всех блогеров и комментировать их. Вот такая тяжелая у нее работа. Она должна все видео посмотреть, даже не особо интересные, и написать свой добрый комментарий. Так. Страна не знаю какая. Хочу еще в парочку бы сгонять до весны. Индия была. Индия, не знаю, Вьетнам. Столько стран, ну, повторили там, Филиппины, еще что-то. Тут полно, блин, куда можно сгонять. И везде есть что делать.
плохо сушатся ноги, надо... Ноги не будут только ноги сушиться, будет все тело сушиться. Ноги может доходить в последнюю очередь. Что в Сингапуре-то делать? Посмотреть на три башни, на эти и парк. Да, что там есть? Не был в этой тренажерке. Здесь тренажерка за 10 бат есть. Надо сходить туда. В Японию. В Японии надо визу. А так в Токио я бы с радостью сгонял. Мне очень туда тянет почему-то. Серфинг есть, желание попробовать, но при этом надо чуть подскинуть. Гонконг мне не понравился. Что ты сделал, что мне понравился Гонконг? Каолаке за 85, чё? Тату на лице. В Японии очень дорого. В Сингапуре понравится. Тренажерка недалеко. Гейм отношусь нейтрально. Кем можно работать в Таиланде? Да кем угодно. Банка не знаю. 48, наверное. 48 где-то. Выступление не планирую. 85 бат это тренажерка, я понял. Новости, надеюсь, на днях. Приступки вроде тут недорогие. Не снимал. Нужды это особо нет. Может, надо тесто поколоть? Тогда сразу попрет. На проституток. О, висяк, не ловил, так, не успел, на Пхукете точно месяц, в клуб не хожу, Семенихин вряд ли за мной следит, я думаю, вряд ли, фарма здесь продается, на Пхукете встретиться, наверное, реально, в определенное время, так. Второй канал, чтобы развивать проекты отдельные, на которых я подзабил, такие как новости. Новости и рассуждения. Спасибо, спасибо, Игорек. Блин, чьи эти мухи не сдохли от дождя? Так. Так, с Ютуба, ну, если чисто рекламу брать, ютубовскую, 150, там, $200. Тут. Дождь тут идет редко. Так. Чем больше подписчиков, тем лучше. Дайте рекомендацию как тренеру наработать. Боже мой, ты еще тренер? Ты такие дурацкие вопросы мне задавала. И ты, оказывается, тренер. Это очень печально. Очень печально. Как ты его выловил? Так, можешь встретить. Видел, ты слушаешь Коловрат. Я слушал Коловрат. Это было давно, лет так. Сколько назад? 10, наверное. Ничего себе, 10 лет это прошло. Может быть, 9. Время летит незаметно. Гашан тебе кто-то привет даже передает из Ижевска. Из Ижевска, наверное, какая-нибудь бабуля. Наконец-то! При Лаве? При Лаве? При каком Лаве? Я думаю... Бабуля! Бабуля, смотри, сынок, как опух! Все от этих. Я от этих, от вчерашних печенья и мороженого. Да. Не ешьте на ночь мороженого, ешьте... Овощи. Вообще не ешьте. О, кто-то байк в аренду сдает. Почем байк? А что, какой байк-то? Не знаю. А че, кто там пишет? Всем здорово!
огромной коровы. Гошану Свидного, привет. И вам тоже привет, Видное. Так. Встреча на Пхукете, пока тишина. Тебе от Алены привет. Куда он ушел там? Алена блондинка. Алена блондинка, с которой ты в зал ходил. А. Она смотрит перископ. Ну что, подписывайтесь там. На мой перископ я раз в полгода выходить буду. Да, по праздникам. Блин, величательно. Так. Семинар Чебоксарах. Гоша спустился с гор и жрет теперь. Че, что ты ешь? Или че? Что ты мне даешь? Не показывай. Что ты мне даешь? Что ты мне даешь? Так. Походу никаких новостей в сфере фитнеса нет, особо интересно. Как же мне снимать новости? Прыгунов приехал. О, вот это, блин, новость. Прыгунов в Таиланде! Миша! Здесь все рядом! Весь маленький. Хукет он маленький, сука. Алена предлагает приехать в Владивосток, и чтоб она тебя накормила. Еще потратишь сейчас 40-30 на билеты, поешь нормально и приедешь. Обратно. Ну что, может, щечки пропадут? Ну да. Ой. Знаешь, такие даже уже щечки, алкощечки просто. Уже пропитые. А монтирую, а он не монтируется. Не видел это видео? Монтирую, тайские каникулы 3 снимай. С Гошаном вдвоем снимать тайские каникулы. Ну что, мы сейчас, кто здесь остался? Епифанцев, Мишка Прогунов. Фанцев на днях Денчик. Уезжает. Денчик еще не приехал вроде. Ну что, Арнольд Классик проведут здесь? Ага. Кто будет участвовать? Несколько муайтайцев и мы займем последние места. Ну, билдеров здесь много. Кап-он-кап. Вот Серега что выучил. За два месяца здесь же только Сурин-ха и кап-он-ка. Сурин-ха это я не выучил. Так что ты можешь... Научить тебя могу еще. Дебилы пишут, курить не надо. Кап-он-кап! Что-то так орешь, у меня аж перепонки, блин, чуть не лопнули. Я общаюсь по-русски со всеми. Кстати, меня заставляю учить русский. Ну не понимаю, ты им показываешь банку, они улыбаются, идут дальше. Все. Не платишь. Берешь просто в магазине и идешь. Да, улыбаешься, да. Если они что-то спрашиваешь, показываешь банку и улыбаешься. И уходишь. Ну да, головой надо делать. Так. Это в Индии так. По типу, все нормально. Все нормально. Ну что там, вопросики? Ребят, вопросики. Мне кажется, за день уже одни и те же вопросики. Так. Ран Вася Ран, чё? Гошан сколько лет? С Вадяновым не состыковались. Гоша, ешь мясо.
Гошан майку сам резал, верно, еще Гошан такой залитый, потому что жрет печенье. Ага, печенье сожрал, что? Печенье жрет и мороженое. В инстаграме я веду тему «Очистись», но я немного сорвался, видите, меня что? Не очистился. Хорошо. Короче, я на самом деле я практикую голодание по 3 часа в день. Так же, как Гоша, блядь, очищение. Я практикую голодание 36 часов, потом ем за, блядь, неделю. Что тут у нас интересно вам? Какой у тебя перископ? У тебя есть вообще перископ? Я что-то сделал 2, а у меня сейчас это... Теперь 3 у тебя. Блин, что делать-то? О, да, у нас какой-то юморист, Кирилл Лайт. Ты... Прямо Петросян у нас сегодня. Как же мы без тебя... Жить. Не, он нам нужен, Серег. Он нам нужен? Не, он нам нужен. Ты думаешь? О чем ты пишешь? Марк? По Горбатую гору что-то какую-то шутку. Шутка в стиле, даже не знаю кого. Папа занимался сексом с сыном, что мама умерла. Такой, наверное, нельзя. Там именно не секс, там надо говорить матом. Чело затусим в Тае. Какой-то 18-летний, походу, парниш пишет. Давай тусить. А как это тусить-то? Тусить. Знаете, как многие тусуют вот это, 18-20-летние, да? Приходишь в клуб. А ты где во Вьетнаме живешь? Сообщи нам. Ну чё? Ну где будем жить, если? Или где жить? Или где жить надо? В горах? В монастырях я жил? Нет, кто-то пишет там из Вьетнама. Кто-то пишет из Вьетнама. О! Начанг Муйне. Муйне. Так. Ты сейчас поедем снимать видео? Сейчас поедем подписывать контракт с Пюрпротеином. Место. Посмотрим истинное место произведения Пюрпротеина. В таких условиях это все делается. Ну, тайские свинофермы. Истинное производство пюрпротеина. Борода, блин, начала расти, сука, и чешется. Надо сбрить ее к чертовой матери. Ну, пока щеки не сбривайся. Ничего. Да, вот эта борода скрывает щеки. Эта борода, блин, точно не скрывает щеки. Она увеличивает их. Она делает их грязными. А, щеки, блин. Вот Гоша скажет, так скажет. О, привет из Парижа. У нас пока солнца нет. Набери через пару часов. Париж. Жиробой. Миронов жиробой. Жиронов жиробой. Серег Жиронов. Знаете такого? Это я, Серег Жиронов. Серег Жиронов, Серег Жиронов и Гошан. Гошан, кто там? Гошан троглодит. Оп! 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 А, принц Дашлян. Так. Ригерт, наверное, спит. Привет. Анна, Арза, Анна. Ой, так, привет из Краби. Привет, Краби. Как у вас там? Прикольно? Что, есть что там делать? На Краби. Скучно, я погляжу вам там, что вы перескопите. Чужой жизнью решили поинтересоваться. Своей не хватает, что? А? Или что? Или дождь идет? Надо как-нибудь заснять как-то общественный перископ просто со стороны. Со
стороны. Дебил, ты видишь телефон? И орешь телефон. Ефтешевой. Ефтешевой. Ты неправильно написал. В Москву поеду весной, наверное. Весной, летом, херня. Как пойдет. Блин, дождь-то льет и льет. Льет и льет. А дождь все идет. Походу надо пойти поработать, значит. О-хо-хо-хо. Есть, конечно, смысл заниматься. Жить буду не знаю где. У какого-нибудь подписчичка. Ой, с Епифанцевым бы снял, да его пока... Ну, может, сегодня в зале увижу. Может, сегодня в зале увижу, что-нибудь спрошу, запишу. О, да у нас тут деревня тоже спокойно. Спокойствие. Царя где жить? Так, спортпит говно, да и БЦА тоже говно. Все превращается потом в говно. Все в говно превращается. Остановите говно. Так что можете сразу переходить на говно. Во Владивосток. О, Маргарит, привет. Привет. Как у вас там дела? Все, бенч. В Москве, да, жилья предлагает много. Где пожить. Так что в Москве с жильем проблем не будет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дагестан, Дагестан. Дагестан, Дагестан. Но в Пхукете дождей особо вообще нет. Овсянка, сэр. Я пока без углеводов стараюсь жить. Овощи ем. Сколько там в них выходит углеводов. На той живем. А, хотя чё ж, я же добавлял овсяночку в коктейль. Есть смысл, конечно. Есть смысл делать больше кардио. Чем больше кардио, тем лучше, тем меньше жира. А лучше устройся работать грузчиком. Это мой тебе бесплатный совет. В Швеции сейчас дубово, и в Швеции правит европейская валюта. Сука, дорогущая! Бешеных бабок стоит. Только богачка может позволить себе поехать в Европу. Не валите? Куда валите? На крабе? Нет. Я бы не использовал жиросжигатели. Вряд ли они вычеркнут. Я думаю, они добавят в этот список еще очень много народу. Грузчиком, грузчиком иди. Я знаю, что ты девушка. Так что иди грузчиком. Работай. Рыбу грузить. Коробки килограмм по 50. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Юморист, юморист. Лысый. Лысый юморист. Лысый, лысый, сходи по писке. Да. И яйцеголовый такой. Растут потихонечку волосы, видите? Мне кажется, все зажигатели хреновые, суседры. Там не федра какая-то, шляпа. О, пара-пара-папам. Ну, тестостерон повысится с установу соло, явно будет лучше. О.
Не знаю, забанят, значит. Значит, скоро забанят. О-хо-хо. О, у меня на самом деле, если честно, столько дел, столько много дел, что я могу не подписаться под тренировку какой-то тушки непонятной. Непонятной туши.